Вот у нас лагерь Стан отдыхает сейчас. Вот Тимофей что-то тут делает. Кирпич зачем-то ломает. Вот они чем отдыхаются. Вышибала играет, оказывается. Все, Ваню подбили. Ваню. Давай, давай, скорей, скорей. Выбили из игры, выходит. Прям в сердце. Ранили Ваню. Давай, дядя, нет. Ай, больно. Попалась. А вы не маните, вы не маните. Паш, это. Тоже победитель будет. Осталось. Беги. Все, я ухожу. Все. Она может за швабры спрятаться, попробуй ее выйти. Там пигали. Давай, давай. Все, бегом, бегом, бегом. Меня не сшибите. Ксюша, Ксюша, ну ты что это такое? Ты что это? Будешь бегать. Кросс будешь бегать. А я их забыл, у него есть, но они короткие. Вот так пойдет же. Что короткие? У меня платка нет. Я думал, платок. Ксюша! В лице не искать. Подожди, подвеси там. Ай, бабушка помогает. Скорее бабушка вручай. Как Ералаша была. Бабушка. Бабушка. Она подбегает, машину толкает. И в армию бабушка пойдет. Все, вот она тебе в армии будет. Будешь здоровой, да? Это мужик застрял. Ну все, отошел. Мы за стол садимся. Я Андрей, руки из кармана. Серьезно, руки из кармана. У нас шарик бывает здесь, выходит. Старайтесь никак не пугать. Собачки лишний раз не подходить, иначе он всех знает, он ласковый такой. Если гладили его, то руки надо помыть. Почему, знаете? Почему? Он грязный, потому что. Да лучше еще нас, кошка. Телефон. Говори. Друг. Тимофей, иди сюда, папа звонит. Алло. Привет. Из Туркина, что ли, Москва, под Москвой. Откуда приехал к нам голубок? Нет! Да! Вот так отвечать надо, по-военному. И нет, и да. Все, прощайся, буду разговаривать. Дядь Володь, ты хорошо замазал там? Там щелей нету? Нету. Потому что тепло уходит. Нет.
Да! Да! Ну все, да, нету. Все, как по писанию. Да, нет. Скажи, что сверху? Да. Скажи, что коробка. Ничего. Да, тихо. Я ничего не слышу. Все. Ну все, отошел. А. А что передать? Андрей. Не надо, Михаил, пожалуйста, не беспокойся, мы все здесь найдем. У него совершенно нормально идет, он уже меняется. Он ходил пасти сегодня, пасти коров ходил. Да. Так что готовься, буренку заводить надо будет. Так, мы за стол садимся, отошел. С Богом. Я сказал всем 2 часа звонить, ну и правильно. В другое время ты не найдешь, когда звонят, я в другом месте, а так все мы вместе. Платочки. Значит, я про кошек начал говорить. Подожди, собак. Котик наш, вот у нас кошек, у меня 4 кошки. Потому что я держу голубей, надо держать на крыше, надо в избе, там зерна много. Но такого, как этот котик, у нас нету. Самый ловливый. А он приблудный. Кто-то взял там его, где мы молимся, там на ползунова, его туда подкинули, а Надежда Васильевна его стала прикармливать. Ну а потом мы его привезли сюда. Такой шикарный кот. Дальше смотрим оттуда, он там в крапиве. Пока я слазил, он уже здесь рядом. Мы маленько обстригли его. Я вышел с той стороны, бежу, он большого мыша несет уже. Он все вокруг почищает, у нас нигде мышей нету. Так что котика этого любите. Так, давай вопросы. Почему нельзя после надо после шарика мыть? Вот подходи сюда. Подожди. У меня не вопрос. Я только что мышь коричневую увидел. Мышь коричневую? Это полевая мышка. Большая, маленькая? Вот такая, совсем маленькая, да. То это землеройка. Землеройку, если кошка съест, ее вырвет. Она какой-то в себе имеет яд. Хорошо. Почему надо после шарика мыть руки, если он чистый? Так, иди сюда. Иди. Что шарик? Почему после шарика надо мыть руки, если он чистый? Ну а вы думаете, почему? А у него шерсть упала. Шерсть. О, что сказал? Так, Ваня. Ты просто сделан. Прекрасно знаешь. Это не всегда, но желательно. Когда дома собаку обрабатывает, моет, как мы смотрели «Я легенда», там ничего нет у него. А когда такая собака, она общается с другими, там может что-то у нее быть. И, ну, я знаю, так рекомендуют. А когда кошка, вот почему так? Кошка, если полежит где-то языком, ты можешь заразиться. А у собаки язык имеет целительное свойство. Вот если язва какая-то есть, и заживающая, намажь ее сметаной, чтобы собака лежала. Это аптека целая. Мы ехали, представьте, я в таких сапогах, температура 34 градуса, ноги потные. Я разуюсь, а у меня ураган лежит рядом. Он мне начинает ноги вылизывать. Вернулся нигде, ни пятнышка, ничего нет. А ведь это не игрушка. Проехали мы 7,5 месяцев, 117 тысяч километров за 3 сезона. И он все время ноги обрежет и смотрит на меня. Он врач. Поэтому кошку гладишь. Когда кошку гладишь, заразы никакой нету. А от языка может быть зараза. А у собаки наоборот. Зараза от шерсти может быть, а от языка лекарство. Так уже принято в народе. Я думаю, спорить не надо сильно умничать. Надо опыт других людей принимать на себя. Хотя я сам все не соблюдаю. Кошку поглаживаю. Так, ну что нужно, ребята? Что-то у вас новое там пошло. Вопросов нет? Один поточек, другой спрячь. Все, за стол. Так, здесь будем или идти туда? Туда! Туда! Нет, здесь туда приготовим. Туда! 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 Я взял, смотрите, какой я пучок душицы набрал для мамы.
Дома буду чай варить. Понятно. Мама моя любит чай. И я тоже. Так, разговоры прекратили. Сели за стол. Все, молчу. А куда девочки? Там место в кнопке. Внимание. Я стал внимание, он давал куда понадобится. Давайте суп. Господи, ты тоже побил у нас. Аминь. Во славу Божию. Так. Тарасик. Там пальцы не поднимайте сильно. Давайте сюда ложки, сюда, по ложке. Смотри. Ложки, давай. Подай ложку. Так, это куда? Это как лекарство тебе. Так, девочки, мне еще ложку не дали. Ложка где у тебя? Дайте ложку ей, ложку, нет ложки. А что убираете? Ложку дайте ей. Дайте ложку. А что она плачет? Что такое? Да она умывалась. О. Я умывалась, да. Мне туда брызгали. Я не родился, аккуратно. Хорошо. Благословите. Бог вам так. Господи, Господи, Боже помилуй. Боже помилуй. Сейчас сначала сбросим. Да. Андрюша, сядь прямо, прямо сядь, подключись, вот так. Так, девочки, и с маленьким, говорите маленьким. Так, положите маленькое, положите первое. Так, мне половинку первого. Так, и мне тоже половинку, мне половинку первого. Ну давайте я. Девочки, хлеба нет. О, что творят, а, глядь. Хлеба-то почему им не дали? Вот сейчас. Было же веревки, знаешь. На взрослых, чтобы не продали. Телефон! 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 Добрый день. Так и надо, всегда так. Запомнили. Ну хорошо. Ну что? Да. Кирилл. Ладно. Андрею половина. Может быть. Давай там смотри, в каком порядке сама сочтешь, вот как мы приехали и все остальное. Так, додумайся, в каком порядке ролики должны выскакивать. Все, давай, ждем. Это модератор и администратор по нашему форуму, сайту, ютубу. Получили наши материалы, сейчас они уже завтра будут стоять в интернете. У вас увидят все. И ваши школьники, и товарищи, все вас увидят. И в Японии, и в Америке. Прямо сейчас я оцени. Да, да. Потрогайте, будете, не будете. Рыба целая у меня. Сейчас принесу. Давай, кружки, три кружки. Три кружки. Все, полное молчание. Понятно. Потом вопрос. Так. Там руки
Вон, дежурный. Прости. А вы не пригибайтесь, я всех снимаю. Так, Натя, передай. Холодный такой. Маленький. Скорее подавай, на руки прямо выше. Половинку показывай первого. Маленький, помаленьку давайте. Объявляйте, что суп горячий, он обожглась. Слава Богу.